Антистресс от сельских женщин. Жительницы деревень предлагают челябинским хозяйкам шинковать капусту. Такой способ помогает отвлечься и заготовить на зиму соленья. Этот способ презентовали сегодня на форуме, посвященному Всемирному дню сельской женщины. Показать особую ценность сельского образа жизни и возможность сельским жительницам сохранять свои национальные традиции. То, что позабыли городские женщины, демонстрируют жительницы сел и деревень. На фестиваль в Челябинск приехали женщины из 20 районов области и привезли с собой самобытные изделия народного промысла. Куклы-обереги, уникальные петряковские росписи и лоскутные изделия. И даже нож-шинковку для рубки капусты. С помощью незатейливого предмета хозяюшка готовила, отвлекалась от мыслей, при этом строила планы на будущее. Этот удивительный антистрессовый момент, который сейчас молодежь не использует. Идея фестиваля – показать особую ценность образа жизни сельских женщин, которые сохраняют и передают по наследству богатство своего народа, его язык и традиции. И при этом еще успевают вести хозяйство. Всего на селе проживает около 20 миллионов женщин. Руководят каждым третьим сельхозпредприятием, возглавляют каждый четвертый семейный животноводческий комплекс. Все они объединены в ассоциации. На федеральном уровне есть комитет сельских женщин.